перед началом просмотра видео немного информации для тех, кто только собирается заниматься страйкболом. Хочу вам посоветовать вот эти две замечательные группы ВКонтакте. Это группа страйкбольного клуба «Пять двоек» и «Страйкбол в Чагане». Переходите по ссылкам, подписывайтесь на эти группы, смотрите фото, видео, задавайте вопросы участникам группы. Все ребята адекватны, доброжелательно настроены к новичкам и обязательно ответят на все вас интересующие вопросы. Ну, а теперь специально для «Жигуля». Вот она вернулась. Поехали. Хао, мои безналицые братья и сестры, подписчики и гости моего канала, это 6-й выпуск Катер-шоу, и мы начинаем. Хотел бы начать с небольшого объявления. 25 сентября сего года страйкбольный клуб «Пять двоек» проводит игру закрытия сезона на территории одноименной бывшей воинской части. Приезжайте, будет интересно, весело, будет обязательно очень интересный креативный сценарий. Как обычно, ну, кто ездил на игры «Пять двоек», всегда знает, что открытие и закрытие – это игры, которые запоминаются. Будет интересно, поверьте мне, приезжать. Видео, которое вы сейчас увидите, прислал мне Алексей Фирсов, за что ему огромное спасибо. Если у вас тоже есть какие-нибудь интересные ролики, которые вы хотите увидеть в следующих выпусках, обязательно мне присылайте их вот на этот вот электронный адрес, либо пишите мне в личку ВКонтакте. Обязательно вставлю, обязательно посмотрим. Не стесняйтесь, присылайте, буду очень рад и признателен. Буквально несколько слов перед началом просмотра. Видео идет всего одну минуту, но за эту минуту в нем происходит столько событий, сколько бывает не происходит за целую игру. Смотрите, и вы узнаете, что стрелять в упор больно, стрелять по самолетике нельзя, а гранаты иногда не взрываются. Смотрим. Беся! Отбивайся! Спасибо. В это видео комментировать я не буду. В принципе, там все понятно. Ролик называется «Битва за УАЗик». Битва за УАЗик. Смотрим. Видеоархива группы «Страйкбол в Чагане». Почему я выбрал именно его?
ну не знаю, вот чем-то он мне понравился. И он немного как бы в тему сегодняшнего выпуска. Видео начинается с того, что две команды заняли свои оборонительные позиции и ждут, когда противник пойдет в атаку. Но, как бывает зачастую, противник не торопится, и вот они пытаются, так скажем, скрасить свой досуг. То есть шутят, юморят. Ну, я повырезал самые интересные моменты. Полностью видео вы сможете увидеть вот по этой ссылке. Смотрим. А вон ну, видно. Не выводится, нихуя. Что ты сделал? Что можно? Нам не вываливается. Да, да что он? То есть у нас, смотри, вот свободный ход шомпола, блядь. Вот и все, и дальше не вылезет. Они вот что делают, а? Они, короче, все там себя. Где? У себя. Где? Куда? Да ёбаный! Ой, блин. Пошли шорох выходить на видео. Кого? Да, сейчас выйдем нахуй, нас положим. И заканчивается все это безобразие тем, что одного из парней просто заканчиваются нервы. Он берет гранату, отдает свое оружие своему товарищу, однополчанину, брату по оружию и смело бежит в сторону врага. Короче, пацаны, не обессудьте. Побежал, бля. Гранаты, да? Ну ладно. Ааа! Вася! Атаковать! Шлем еще сними. Да, я вещаю, что ты. Я чувствую. Ха-ха-ха! Ха-ха! Бля, его убили. Его убили. Лох, блядь! Вася, что ты батишь, а? Давай, возвращайся на аванпост. Ну что ты, слышь? Ты нахуй не надо. Че это за гранаты? Она же нормально. Изготовитель, обращайся. А ты куда? Изготовитель, блядь, я тебя порешаю, ты меня понял, за тебя сломалась граната. Не знаю, как вам, а мне лично за паренька обидно, что граната не взорвалась. А как могло получиться круто все-таки? И я подумал, а что если не было вот этой неудачи? А что если все произошло не так, как мы видели, а вот так? Смотрим. Хо-хо-хо! Ну вот, совсем другое дело. Даже душа радуется. Ну а на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Доброго вам здоровья, мерзкого шара, честной игры. Всем удачи, всем пока.